Привет! Вы на канале ProShooter, и это обзор модульных прикладов от DLG Tactical. Данная серия представляет собой модульную систему, которая позволит собрать обвес для оружия на свой вкус и при необходимости быстро изменять его параметры. В основе системы лежит пистолетная рукоятка на конкретное оружие, которое служит адаптером и устанавливается в ствольную коробку, заменяя собой штатный приклад. В нашем обзоре мы рассмотрим рукоятку для MR-135 или MR-155. Она интересна своим дизайном. В нижней части рукояти расположена крышка, дающая доступ к внутреннему отсеку. Он предназначен для хранения трех батареек типа ААА или трех патронов на черный день, тут уж что вам больше нравится. Фиксируются специальным вкладышем и не гремят при движении, не выпадают при открытии отсека. Сам вкладыш пластичен, поэтому может вместить в себя и другие предметы, например, пальчиковые батарейки или компактную зажигалку. Также его можно обрезать, чтобы поместить в рукоять более габаритные предметы. Она отлично подходит как на помповый MR-135, так и на полуавтоматический MR-155, позволяя стрелку улучшить характеристики своего оружия. А вот рукоятка под линейку турецких ружей имеет дизайн попроще. И, кстати, производитель обещает выпустить рукояти-переходники и под другие ружья. Для установки рукояти необходимо демонтировать штатную, открутив винт. Затем установить новую от DLG и закрутить винт под шестигранник. После установки пистолетной рукояти начинается самое интересное. В эту рукоятку вы можете устанавливать различные модули. Самый простой из них – универсальная заглушка с антапкой. Она может пригодиться, если вы хотите использовать ваше ружье без приклада. Заглушка имеет антапку под ремень шириной 3 см. Установка максимально проста. Зажимаете кнопку и монтируете заглушку. Кнопка будет фиксировать ее автоматически. Чтобы демонтировать заглушку, нужно также зажать фиксатор и вынуть ее из рукояти. Следующий модуль – приклад. Вы можете напрямую установить один из двух прикладов на выбор в рукоятку. Приклады имеют аналогичное быстросъемное крепление в виде фиксатора. Просто зажимаете его и устанавливаете приклад в адаптер. О самих прикладах мы расскажем чуть позже, а пока мы перейдем к другим модулям. Следующим на очереди является труба коммерческого типа с 5 позициями регулировки. Труба также усилена металлической вставкой в расчете на сильную отдачу от 12 калибра. Фиксируется с помощью винта под шестигранник. DLG Tactical предоставляют на выбор ряд прикладов под свою трубу, однако при желании вы можете установить приклад от любого другого производителя. Последним модулем является шарнир для складывания приклада. Он устанавливается в рукоять и фиксируется с помощью шестигранника, и уже на него можно устанавливать либо трубу под приклады, либо приклад с патронтажем ТБСУ или приклад ТБСС от DLG. Шарнир позволяет складывать приклад и к тому же фиксирует его в сложенном положении. Для того, чтобы сложить приклад, нужно сместить заднюю часть шарнира вверх, так как это показано в видео. А для того, чтобы разложить обратно, нужно просто приложить небольшое усилие и фиксатор разблокируется. Теперь мы подробнее опишем приклады. Приклад с патронтажем ТБСУ или приклад ТБСС являются сборной деталью для комплекта. Они имеют собственную трубу особой формы и могут быть установлены либо в шарнир, либо в рукоять DLG Tactical. Приклад с патронтажем ТБСУ имеет 4 позиции регулировки. Регулировка производится с помощью кнопки на левой стороне приклада. К тому же приклад с патронтажем оснащен мягким резиновым тыльником для повышения комфорта стрельбы и компенсации отдачи, а также интегрированным патронтажем для 4 патронов 12 калибра, имеет прорезь для антапки шириной 2 см. Приклад ТБСС также имеет 4 позиции регулировки и кнопка находится также слева. Резиновый тыльник увеличен в размерах, и это не только обеспечивает надежный упор в плечо, но и отлично компенсирует отдачу ружья. Ремень можно крепить либо в широкую прорезь, либо в специально предусмотренное место шириной 2 см. Если вы устанавливаете трубу, то DLG предлагает на выбор телескопический приклад TBS Shock или телескопический приклад TBS Tactical для установки на нее. Телескопический приклад TBS Shock – это легкий и эргономичный приклад, который легко устанавливается на трубу. Для установки необходимо зажать кнопку до щелчка и надеть его на трубу. Телескопический приклад TBS Compact – максимально простой и облегченный приклад.
Устанавливается аналогично. Подробно об этих прикладах вы можете узнать в отдельном видео. Все описанные нами модули – рукоять, заглушка, труба, шарнир и приклады – продаются отдельно. И вам не нужно покупать все, надо лишь выбрать те элементы, которые необходимы. Следовательно, вы экономите деньги и получаете именно ту комплектацию, которую хотите. Широкий выбор модулей позволит каждому найти то, что он хочет, и при необходимости быстро менять один модуль на другой, хоть прямо на стрельбище. Все ссылки на продукцию, представленную в видео, вы найдете в описании к нему. Больше информации о данной системе от DLG Tactical вы можете найти на сайте интернет-магазина ProShooter.